В Махачкале прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции Дагестана. В честь народного праздника на главной площади столицы развернули майданы. Всего было развернуто около 30 подворий. Каждый район представил зрителям многообразие своей культуры. Побывал на праздновании и наш корреспондент Зумруд Гамидова. Сегодня Дагестан отмечает свой главный национальный праздник – День Конституции. Торжественные мероприятия, посвященные этому дню, проходят на главной площади столицы. С раннего утра здесь развернулись национальные майданы, где гостям представили страницы истории и современности народов, живущих в республике. Каждый район здесь представил многообразие своей культуры. Представители районов, переодевшись в народные костюмы, встречали гостей национальными блюдами, фруктами, напитками и танцами. В этот день каждый житель и гость столицы мог посмотреть мастер-классы по изготовлению деревянных ложек, кувшинов и других изделий. Перед каждой из площадок, оформленных коврами местных мастериц, выступали самодеятельные и профессиональные коллективы районов. На разосланных прямо на земле коврах дагестанские женщины занимались домашними делами, которыми в наши дни практически уже никто не занимается. Кто-то качал масло в кувшине, кто-то чесал шерсть и крутил нитки, ну а кто-то вязал теплые джурабы. А это уже смягчение шерсти. Она собирает нитку, а я вяжу джурабки. А что потом из этой шерсти делают? Вот нитку. Потом ее красим, варим. Для махачкалинцев выступали юные канатоходцы и танцевальные ансамбли Республиканского дома народного творчества. Здесь же была организована выставка изделий народных мастеров. Представлены ювелирные изделия кубачинцев, изделия балхарской керамики, образцы кайтакской вышивки. А унцукульские мастера продемонстрировали произведения декоративно-прикладного искусства. У каждого мастера была мастерская дома. Они делали, кто делал трости, кто делал тарелки, кто делал вазы. Потом они скотину выгоняли в горы и сеяли поля, пока поля зайдут. Они уже выезжали за пределы Дагестана, уже на фантазию наносится орнамент и уже по одной ниточке забивается в дерево. Потом идет красится бордовой морилкой и 7 слоев лака. А сколько времени уходит? Ну, на эту вазу может уйти где-то полтора месяца. Глава республики Рамазан Абдулатипов вместе с другими официальными лицами обошел представительство всех народов республики. В ходе осмотра они пообщались с ремесленниками, участниками художественной самодеятельности и простыми жителями районов республики. Затем Рамазан Абдулатипов наградил отличившихся дагестанцев. Вручение государственных наград главой региона прошло в Доме дружбы. Наградами были отмечены дагестанцы, ярко и достойно проявившие себя в самых разных сферах – образовании, культуре, спорте и медицине. Выступая перед собравшимися, глава республики подчеркнул, что после развала Советского Союза в республике произошли большие изменения. Дагестан выдержал эти годы множество испытаний, сохранив единство республики. Конституция защищала дагестанцев от многих потрясений 90-х годов. Сегодня дагестанское общество живет по законам. Сегодня нет незаконного преследования людей. Празднование завершилось концертом, который прошел вечером на центральной площади города. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.